Контент публікується з метою інформування глядачів. Деякі кадри в цьому відео можуть вас шокувати. Как дела? Да, нормально. Да опускай руки, расслабься. Я дві машини розбив, школа Октавія і Volkswagen Polo. Просто ребята терпіли, якщо терпіли б, я б видавав потихоньку. А здесь їм срочно надо було денежка. З Санкт-Петербурга, коли поступаєш, ну, заключаєш контракт, 500 тисяч через місяць дають. Это подъемный или как? Да, подъемный, это губернаторский. А сколько вы были должны? 1,5 миллиона. Участковый с военкомом приехали, сказали, что в течение такого-то срока, если не явишься в военкомат, то на тебя заведут уголовное дело. Я понимал, что я выйду, и все, у меня жизнь кончена. Ну и думал, как бы, а здесь судимый снимают. Через полгода домой. К нам как к отребью относятся, пока мы в тюрьме. Да и после, по-моему, этого. А они в тюрьме нет? И, ну, я же говорю, и в тюрьме, и после тюрьмы, по-моему, ничего не поменяется, и не поменялось бы. Приехали военные на лагерь. Всем предлагали, кто хочет, тот едет. 6 месяцев, что тут побудете на Украине, потом домой, потом еще 3 месяца побудете, и уже все, контракт заканчивается. Ну, я вообще на год написал. Не потом уже в ЦУ где-то сидеть там, либо инструктором, либо кем, не знаю. Либо там на этом, на обеспечении на ком-то. Почему вы выбрали войну, а не тюрьму? Хотелось домой побыстрее попасть. Не хотелось почиститься, ну, то есть в дальнейшем семью, не семью завести хотелось. Уже 25 лет тоже об этом думать начал. Хотелось быть чистым перед законом. Чтобы на детей, и что не влияло, не касалось. Перед каким законом? Я шел как миротворец по медицину вывозить. Много слышал там раненых, много слышал там убитых, много слышал, что вот с передка не могут вывести и все такое. Вы напали? Понятно. Да, сейчас вот сейчас вообще понимаем, что когда я сюда приехал, да. А как вы поняли? Местное население. 80% против. А расскажите, вы разговаривали с людьми? Да. Ну, как бы, люди просто говорят, вот, что вы приехали, вот, войну устроили, там, все такое. Жили спокойно, там, все такое. И чувствовалось, да, у людей негатив чувствовался. А вы думали, что вас будут встречать с цветами? Я ничего не думал. Я еще раз говорю, я приехал, думая, что
помогать людям, да, как бы. Что-то пошло не так. У нас задача была пойти с пехотой, помочь пехоте. Заходит пехота после того, как они если захватывают место, обгородить их минами. Мы должны были сзади стоять. И вдруг вышестоящий командующий сказал, что мы тоже в штурм пошли вместе с ними. И все, попались. Постерігаєш зараз піхоту. Спостерігаєш піхоту? Спостерігаю піхоту. Це в районі танка того вище? Так, 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 так. Тільки наверху їх. Вони тягнуть зараз, бач, наверх. До бою! Повітряна розвідка, тобто наші оператори БПЛА виявили приближення двох одиниць бронетехніки, які наближалися до передніх наших позицій. Все, ми приїхали, а там вже нас чекали, як говориться. Ну як не туди поїхали? Туди поїхали, просто не доїхали, тому що застряв БТР. Там всього лише такове. Должны были, грубо говоря, сюда привезти на угол, а привезли там третью. Ну, вони не встигли доїхати, я вам скажу так. Я не буду казати там в метрах. Ну, одним словом, оперативно зреагували. Одну із двох одиниць бронетехніки, це був БТР, було уражено артилерійським вогнем.
А як координати даєте? Князь, я з Бруч. Ми готові до роботи, давайте команду. Ніхто не знав, куди, що. Всі розбіжались по різним сторонам, хто куди. Хто в лісополос, хто ще куди-то. І все, всі попадали. Там хто-то 200, хто-то 300, ну, багато потерь одразу. Я працював більше по техніці. Дві наші гармати працювало спочатку по техніці, тоді їх оставили на піхоті, а мене перекинули на техніку, яка поїхала, ну, висадила десант і поїхала нижче. На мотовий? Так, так. Точно стріляли, так. Да. Вот я лежал по деревам тоже, у меня там на глазах, ну, не 200, и 300 были тоже люди. Я уже не знал тоже, что делать, куда бежать. Там часа 3-4 вот так вот, просто около тебя взрывы эти. Из 5 человек осталось нас трое. Двое, 200? Один точно 200, а насчет другого не знаю. Он сказал, что я пошел за помощью и не вернулся. Під цим шквальним вогнем противник поніс дуже великі втрати. Частина була за 200, частина була 300. Я не знаю. Там кто спасся, то плену это. Очень повезло, не знаю, как они так. Просто это счастье какое-то, как так спастись можно было. Я уже просто лежал, думал, когда по мне прилетит. Настолько страшно это выглядит, серьезно. Это пиздец, честно. Мені б на їхньому місці теж би було страшно, я вам скажу. Зустріли їх досить гідно і, ну, я вам скажу так, мене навіть якась гордість прийняла за те, як відреагували всі. Ми вже маємо пристріляні певні ділянки посадок. Там, і, ну, для нас це, так, воно складно їх уразити, але це не є надскладно. Тобто, коли вони під'їхали, ми вже були готові їх зустріти. Блін, повезло, да. Перший раз прямо рта отак от я, короче, в норку от этого, от снаряда упав. І туди, короче, почало вокруг гасити. Гарпун наведений. Прийняв, прийняв, вогонь відкриваю. По координатах. Зарядити один вогонь, повні норма. Тренер, постріл. Постріл плюс. Увага, постріл злад з другого. Гарпун постріл. 41. Джексон, куди їдемо? І для чого їдемо? Ну як це куди? На позиції виконувати бойове завдання. Яке бойове завдання? Убити побільше орків. Ага, ми пельку взяли. А для чого? Для того, щоб воно 100% сработало. МДшки для такого тротила
просто не хватает. Так как платит более взрыв, ну как, легко поддается детонации. Мы ему, этому тротилу поможем за счет этого пластида. Сколько тротилов там? 10 кВ. 9,5. 9,5. МД-шка, взрыватель. Угу. Мало, еще надо. Говорю, чтобы она туда плотно. Плотно, чтобы плотно села, да. Чего буду достать? Нет. Это вам чарівники такі, а в лабораторії алкаїв. Як там є відома фраза? Я не волшебник, я тільки учусь. Ага. Ну, так само і ми. Нам надійшла команда. Ми завантажили боєприпас, вилетіли і відпрацювали. Із, ну, десь приблизно 10, там десь приблизно 10 засвітів було в тій посадці. Ну, з 10 вийшло їх звідти четверо. Били там під посадкою. Тобто весь екіпаж і вся піхота, що там була, вони залягли просто в окопи, в ями, хто де зміг. Птички за нами ганялися. Два ранення, навіть три, мабуть, ранення отримав, оглушений. Це птичка? Прилетіла птичка? Це птичка прямо, от вона прямо от сюди прилетіла. Тобто точно работает. Точно, она прямо вот сюда прилетела, но не взорвалась. Представляете, сейчас бы от меня, блин, остались бы там кишки-пирожки. Mm-hmm. Она вот прямо сюда просто поломала ключицу. А так, я говорю, не взорвалась. Это просто я 9 числа заново родился. Ну, впаде вона в 3-5 метрах, то це дуже сильна контузія. 10 кілограм тротилу, ну, вибух просто. Бліндажі розвалює на раз-два. Ну, якщо там, звісно, не перекрито в 3-4 наката, а такі середні бліндажі вскриває на раз-два. І от летіла птичка, побачила, що я пошевелився, і все, одразу мені скинуло на ногу якийсь снаряд. Я в тройки йшов з двома людьми, которых потом не стало. И вот я один остался там где-то, упал, короче, и ни рации, ничего не было. Это просто был экстренный випадок, ну, потрібно було терміново щось зробити. Ну, от ми відпрацювали. Та і на той час, ну, нас до цього не готували, ми тоді без потрібного боєкомплекту приїхали. Це вже наступного разу ми вже були підготовлені, вже, ну, я у нас от такі от веселі штучки. Що це за весела штучка? Це натовський боєприпас осколочний. Угу. Вибухає доволі цікаво. Сильніше, ніж 80-та міна. Угу. І я так розумію, що оскільки він осколочний, якраз для піхоти. Так, саме те, що треба. Потом уже, когда вот в блиндаж мы провалились, потом там уже у пацана рация была, он там выходил на рацию с командованием. Говорили, оттягивайтесь, короче, приедет, ну, эвакуация, раненых будет забирать, короче. Мы так, короче, и просидели, никого не было, никаких машин на подъезде, ничего. Сказали, что скажите точные данные, типа, где вы находитесь, скоро помощь прибудет. Там, и мы до такой степени точнее уже адрес, там уже точнее уже некуда было говорить.
Говорили, нам говорили, скоро будет помощь, вот эвакуация сейчас скоро выйдет, эвакуация готова. И все-таки мы не дождались этого эвакуации. Если они выехали к тому времени, как они нам только сказали, эвакуация готова, то они давно уже к нам приехали бы. Нас на мясо отправили. Это первый выезд, нам бы так сказали, тяжелую задачу вам никто давать не будет, на мясо вас никто не пустит. Вот. А мы только не успели подъехать, как по нам начали крыть. Все, мы все, ну, темно, никто ничего не видит, все побежали в одну сторону, командиры начали кричать, бежим все в посадку. Кто-то даже до посадки не добежал там. Я добежал до посадки, лег под дерево, ну и все. Некоторые прямо открыто говорили, что вы, короче, мясо, что вы никому, короче, не нужны. Вас будут бросать на мясо, где, короче, самое... Самый капец, короче. После штурма нас осталось 5 человек. А сколько было? 18. Это именно с нашего взвода. Где остальные? 200. 2 месяца я нахожусь, людей 2 месяца на мясо отправляют. Вот куда вот сейчас вот 18 человек отправили вместе с нами, да, то же самое. Вот в одну и ту же точку в месяц. Каждые 2 дня, каждые 3 дня отправляют. Люди 300, 200. Кто-то вернулся, обратно отправляют. Истребление. Нас не любят. Зайняти ті рубежі, які були до штурму. Ми туди пішли і дивимося. Один бліндажик перевірили, ну нічого там пусто було. А от другий бліндажик, який, собственно, оказався не порожнім, ми як, побачили, що там є шторка. Її до цього часу не було. Ну, ми вирішили не ризикувати, закинули туди РГДшку. Вона не дуже мощна, ну так. А кричалися чи ні? Ми спочатку кинули, коли почули крики. Тоді запропонували вже здатися. Угу. Тому що ну, хто його знає, що там і що в них в руках. І я російську знаю, громко, чітко їм, виходьте, здавайтеся. А як ви російською говорили? Та так і розговарював. Ну от, я ну, як би, без проблем. Ось. Виходьте, здавайтесь. Типу, руки вверх, без броні і оружия, вперед, по одному. Четверо, троє вийшло, один виповз. Вони виповзли, ми питаємо, ще хтось є? Є. Ми йому, виході. Тишина. Выходи. И вот мы вышли вчетвером, а Соломон отказался выходить, хотя и ваши солдаты, и мы его уговаривали. Мы говорим, пацаны, там еще человек, но они такие, зовите его. Я кричал, Соломон, ну, братан, не дури, выходи. И ваши солдаты кричали, Соломон, не дури, вылазь, нормально все будет. Типа вас либо обменяют, ну, вас никто не убьет. А що Соломон відкрив ответний огонь? Ну, не хочеш, як хочеш. Йому кинули гранату і все. Він 200. Ми – твій український. Боремося на інформаційному фронті з ворогом. Якщо наша робота для вас цінна і ви бажаєте підтримати журналістів, це можна зробити у 2 кліки. Зайдіть на YouTube-канал 5-го і натисніть кнопку «Спонсорувати» під трансляцією ефіру. Приходьте до нас в чати, спілкуйтеся з нашими ведучими та гостями і ставте вподобайки. Поборемо разом рашистську брехню. І все буде Україна!